Полное описание и точная дата выхода 11 и 12 серии 2 сезона сериала «Паромщица. Долина мечты». 11 и 12 серии сериала выйдут на «Россия-1» 6 июня. В новых сериях мы увидим, как у Цимбаларя появляются основания шантажировать Надю. Она должна подписать разрешение на строительство, а значит, таким образом предать дело своего отца. Полиция проводит у Нади обыск. Егор пытается ей помочь, подключается к расследованию. Макс узнает, что Елена в больнице. Цимбаларь устраивает пресс-конференцию в Москве. Надя делает доклад, но не все идет по плану. Егор догадывается, кто стоит за всеми проблемами, обрушившимися на Надю и ее близких в последнее время. Надя с Максом отправляются в министерство, чтобы узнать, с чего начались проверки Долины Мечты. Выясняются неожиданные подробности. 11 и 12 серии сериала выйдут в эфир 6 июня. Если вам нравится сериал, ищите выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.